Jabihari. Jarada Madhava Kunjabihari. Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Jai Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana. Jamuna Chiravana Chari. Yamuna Chiravana Chari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Chiravana Chari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana. Yamuna Chiravana Chari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Радха Мадхава ки джай. Джай Ом Вишну Пад Парамахамса Прежи Качарья Стара Сматринга Свайма Байчарана Равинда Бхактивиданта Свайма Рачва Прабхупад ки. Грандарад Шримад Бхагаватам ки. Санкиртана Ягья ки джай. Гор Премананде. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем Шримад Бхагаватам. Песня 6, глава 3. Ямараджа поучает своих слуг. Текст 13, да? Нету текста. Где у нас Ямараса опять? Йонама пхирвачи джанам ниджаян батхнати тантриям ивадама пхирга ясмай балинта именама карма нибанха батхаш чакита ваханти. Йонам абхирвачи джанам ниджаям батхнати тантриям ива дам абхиргах
Ясмай Балинта имена Макарма, Нибанха Бадха Шчакита Ваханти, Йонама Пхирвачи Джананг Ниджаянг, Бадхнати Тантриям Ивадама Пхиргаха. Ясмай Балинта имена Макарма, Нибанха Бадха Шчакита Ваханти, Ях, который Намабхих, именами, Вачи, к языку вет, Джанам, человечество, Ниджаям, не зашедшему из него, из него. Она говорит «из него». Ведущий же говорит «из него», значит, она говорит «из него». Бадхнати привязывает тантриам к веревке. Ива. Как? Дамабхих веревками. Гах. Быков. Ясмай, которому Балим подать. Не подать, а подать. Тут, да, подать. Те, они, име, эти, нама карма, с разными именами и занятиями. Нибандха, долгом. Бадхах, связанные. Чакитах. Представляете, как весело было в Курганской ятре у нас. Благодаря Прьясанджане Прабху. Боящиеся. А у нас еще там был Алала Кришна. Они когда вдвоем собирались и начинали дурака валять, это было все вообще. Ну, потому что они из культпросвет училища. Ваганти несут. Перевод. Как погонщик продевает в ноздри быков веревки, так и Верховный Господь связывает людей веревками своих слов. Его слова – это предписание вет, определяющие имена и обязанности сословий общества – браманов, кшатриев, вайшьев, шудр. И все представители этих сословий в страхе почитают Господа, поднося Ему плоды своих трудов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый обитатель материального мира – кем бы он ни был, всегда остается зависимым. И человек, и полубог, и животное, и дерево – все подвластны законам природы. Но самой природой повелевает Верховная Личность Бога. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите 9.10. «Моя дьякшена пракритих суятеса чарачарам». Под моим надзором материальная природа порождает все движущиеся и неподвижные существа. За всем происходящим в материальном мире стоит Кришна, который управляет природным механизмом. Это первая часть комментария, я немножко скажу об этом. Итак, каждый из нас зависим, и все под надзором находится Кришна. Живое существо всегда зависимо, но в материальном мире, так как живое существо, которое сюда попадает, хочет быть независимым, контролирующим, поэтому каждый из нас, вот каждого если взять, считает себя независимым. А если и находится в зависимом положении в настоящий момент, пытается вырваться
из этого зависимого положения, изначально считая себя независимым. А в духовном мире все находятся в полной зависимости от Кришны, и именно поэтому там, в отличие от материального мира, на Галоке Вриндаване особенно, каждый проявляет не просто независимость, а Кришна зависит от живого существа. И не читай мантру. Сидишь, трясешь. А я это отвлекаюсь. Палец на палец смотрю и думаю, он мантру читает, меня не слушает, проявляет независимость от меня. То есть живые существа там настолько зависят от Кришны, что Кришна становится зависимым от них. Вот чем отличается Галока Вриндавана даже от Вайкунтх, других планет духовного мира, и уж тем более от материального мира. И Чайтанья Махапрабху запустил это движение Санкиртаны для того, чтобы сделать нас полностью зависимыми от Кришны, то есть пробудить нашу природу, потому что мы зависимы по определению, но он, это движение Санкиртаны пробуждает нашу дремлющую любовь к Кришне, и это движение Санкиртаны позволяет нам вернуться именно на Галоку Вриндавану, можно было бы сказать, эмигрировать, как бы нам эти, это больше, потому что ну, вот вернуться. Нам больше понятно такое слово, как вот мы находимся в эмиграции, а потом мы возвращаемся. Вот. Получается, мы находимся в эмиграции сейчас. И никакой эмигрант не бывает счастливым. Вот у нас тут сидит один эмигрант, Приасанджана Прабху. 13 лет жил в Англии, да? 13. И кроме этого еще, вот как уехал в 99-м году, так получается, сколько лет? 20 лет почти, да? Жил в разных странах. То есть эмигрировал из России и все равно вернулся обратно, посмотрите. Вот, ты тоже эмигрант. Так вот, ты эмигрировал из Болгарии, да? Отсюда туда и вернулся. Ну, потому что вот оно, родные просторы, вот знаете, я помню, в советское время были такие мои любимые конфеты в коробках, родные просторы, вот, помнишь, да, вот эти. Они сейчас есть, но они сейчас не такие вкусные, как раньше, такие пирамидки в крошке, в такой шоколадной пирамидке в крошке. Самые у меня любимые были конфеты, родные просторы, и знаете, в 89-м году мы были молодые и продали нашу страну за пепси-колу. А теперь я пью только Буратино. То есть то, что газировку имеется в виду. Даже не прикасаясь к этой пепси-коле. Потому что вот это изначальное наше положение, это чувство, вот это ощущение. Мы все с Галоки Вриндаваны с вами. Все до одного. Нет такого живого существа, которое было бы из другого места, откуда-то. Хотя, конечно, есть такая философия, но она не поддержана GBC, что какие-то живые существа рождаются в Махавишну, и вот им предоставляется возможность теперь попасть на Галоку Вриндавану. Но мне не привлекает эта философия, потому что если я рожден из Махавишну, то в Махавишну и уйду, и мне там будет хорошо. Понимаете, да? Вот поэтому и даже на Вайкунхах живые существа, они все с Галоки Вриндаваны. Изначально были Радха и Кришна. И Кришна создал нас, живых существ, для того, чтобы мы помогали ему встретиться с Радхой. Вот изначальная деятельность живого существа. И поэтому, как бы мы ни скитались, где бы мы ни скитались, в материальном мире, или в Брахмаджоте, безличном сиянии, или на Вайкунхах,
нас все равно тянет на родину. И когда-то каждый вернется из эмиграции. Даже жители Вайкунхи. Кришна хочет, чтобы даже жители Вайкунхи, они вернулись к нему на Голоку Вриндавану. И Голока Вриндавана больше, чем все вместе Вайкунхалоки взятые. А каждая Вайкунхалока больше, чем весь материальный мир. Но это так условно. Это же все в бесконечности, это трудно понять. Вот, поэтому нам нужно из эмиграции вернуться домой. И для этого существует система Гуру Парампара. Что означает система Гуру Парампара? Это означает, что мы приходим к осознанному пониманию того, чтобы добровольно встать в зависимое положение от духовного учителя. Вот. Вот так вот. В зависимое положение от духовного учителя, потому что духовный учитель представляет Кришну. И полностью завися от духовного учителя, мы учимся полностью зависеть от Кришны. А там уже то, что вначале было, я говорил, будет. То есть полная зависимость от Кришны делает Кришну зависимым от живого существа. Вот так вот. Он становится другом живого существа, Кришна. Или, ну, вроде бы господином, но не господином. То есть живое существо может быть слугой Кришны на Голоке Вриндаваны. Я уже рассказывал об этом, что... Ну, вроде бы, когда вы в парикмахерскую приходите, то парикмахер вам служит, но при этом он говорит: поверни голову сюда, теперь вот наклони так, теперь так. Да кто слуга? Тот, кто стрижет, или тот, кого стригут? Вот так же на Голоке Вриндаване. Какое-то живое существо может быть парикмахером Кришны. И он там его стрижет. Кришна, не вертись, только сядь спокойно. А Кришна, он все равно вертится, потому что у него, знаете, он не может неподвижно даже секунду сидеть. А тут надо сидеть, потому что его же постричь надо. Вот. Или мама моет Кришну. Говорит: Кришна, глаза закрой. Да. Мыло попадет в глаза. А он как ребенок открывает, и мыло попадает, он плачет там, знаете. Ну, может быть, там мыло не щипет глаза, не знаю, но... Но неинтересно это все равно, как мыло может не щипать глаза. Вот это я так просто аналогии провожу. То есть я не говорю, что прямо так в духовном мире, но я провожу просто аналогии, чтобы нам было понятно, что означает быть слугой Кришны на Голоке Вриндаване. Или же родители Кришны, или подружки Кришны. Вот. Но чтобы достичь этого уровня, нужно натренироваться, то есть стать полностью зависимым. И вся система ИСКОН, вся организация ИСКОН, она предназначена для этой тренировки. Если, ну вы же, наверное, знаете, что есть отдельные такие уникальные личности, которым с самого начала вот они приходят в движение, и они сразу раз и попадают к духовному учителю как слуги. Вот. И почему это происходит? Потому что они имеют природу, более проявленную природу зависимого подчиненного положения. Так как я в этой сфере много лет провел и общался с Сагарой Махараджем, то есть другими слугами разных гуру я общался. Ну, мне много довелось общаться, да. То я просто видел, что это именно такие живые существа. Уже они сразу такие рождаются, что им очень легко быть слугами. И я помню, как Махаван, один из, вот сейчас он один из слуг моего духовного учителя, он там вертится, как, не знаю, как с чем сравнить. У него там 8 телефонов под рукой, один компьютер, и он успевает на все звонки отвечать. И когда бы ты ему ни позвонил, он всегда возьмет трубку и начнет с тобой говорить. Но в любую секунду он может просто сказать: «О, извините, Гурудев звонит».
и тут же бросает трубку, и все, понимаете, да? То есть он просто на расхват, и в то же самое время вот этот приоритет. С кем бы он ни разговаривал, Гурудев звонит, он тут же говорит: прошу прощения, и даже не слушает ответов каких-то, выключает или ложит телефон. Сейчас продолжим, Гурудеву отвечу, и начинаю с Гурудевым разговаривать, что-то там, какие-то поручения его выполнять. Не каждому доводится таким быть. Почему? Потому что не у каждого эти способности быть слугой вот так вот явно так проявлены. И я был слугой духовного учителя некоторое время, где-то месяц, личным слугой. Стирал, готовил, убирал, играл на инструментах для него. Вот. То есть служил прямо напрямую, имел возможность задавать любые вопросы, какие захочу. Это месяц продолжалось. Вот. Потому что я всегда хотел таким быть слугой. И вот вся система ИСККОН, она предназначена, чтобы нам стать такими слугами. Сначала духовного учителя, а потом, хорошо потренировавшись, и приблизиться к Кришне на Голоке Вриндаване. Поэтому центры, у нас же система такая, здесь такая иерархия. То есть наверху, на самом верху, те, кто лучше всего служит. Не те, кто добился этого положения при помощи политики, дипломатии, там, подсиживания. У Кришны не получится так. Невозможно в его системе достичь высоких уровней власти. Это власть. Быть гуру – это власть. Быть GBC или президентом, или еще кем-то там – это власть. Невозможно просто так этого достичь. Вот. И затем у нас идет GBC, потом региональные секретари, лидеры на местах, это председатели или президенты. Затем идут лидеры там намахат, лидеры брахмачарьев, лидеры пуджари и так далее, и так далее. То есть вот такая система, такая иерархия. И она предназначена полностью для того, чтобы научиться подчиняться указаниям духовного учителя. Вот она для чего предназначена. Надо это понимать. Поэтому самая-самая мягкая форма обучения тому, как подчиняться, это намахаты, бхакти-врикши. Там так все размазано, как масло по хлебу, знаете. Так. То есть пришел и учишься постепенно подчиняться. Затем более сложный уровень – это центр, храм, где ты идешь уже с намерением научиться подчиняться конкретно. Потому что в намахаты не приходят, чтобы научиться подчиняться. Там просто такая адаптация идет. Мягко так, все, тихо. Вот. Но чем дальше мы продвигаемся, если мы посмотрим на эти уровни, уровни уже лидеров, президентов, региональных секретарей, GBC, там все строже и строже подчинение идет. И параллельно с этим в иерархии слуга, духовный учитель, там строгая иерархия. И я на польском туре прослужил в общей сложности где-то 2 года, если считать 12 раз по 2 месяца в среднем, по 1,5 по 2 месяца, где-то около 2 лет. Под непосредственным руководством духовного учителя или его слуг. Также Гуджарат, Израиль месяц, Монголия месяц, и в Гуджарате 4 месяца в общей сложности. То есть, ну, порядочно получается. Где-то 2,5 года в такой системе строгого, жесткого подчинения провел. Вот. И в конце концов даже достиг того, что мог быть слугой духовного учителя. Немножко, немножко. Вот поэтому необходимо понять вот эти вещи и практиковать, тренировать
Потому что если мы здесь хорошо тренируемся, то когда-то духовный учитель может дать нам какое-то личное служение уже. А личное служение требует подчиненности очень сильной. Шрила Прабхупада получил от своего гуру личное служение только потому, что его гуру увидел, что он очень хороший слуга, что он умеет подчиняться и служить в таком смиренном состоянии. Вот поэтому он получил такое личное служение распространять сознание Кришны в англоязычных странах, ну, за границей Индии, скажем так. Он даже перевыполнил этот план. То есть он не только в англоязычных странах смог распространять, а на всех языках уже практически, или почти на всех языках его книги переведены сейчас. Что-то чуть ли не на 100 языках уже переведены книги Шрилы Прабхупады. Вот недавно я слушал эфир о распространении книги Гаура Кришна Прабху, наш с вами, так сказать, земляк, директор BBT, очень смиренный и преданный. Я недавно узнал, что у него 4 высших образования. 4 высших образования. И очень смиренный, преданный. И он рассказал, что вот мы сейчас готовим к выпуску Бхагавадгиту на киргизском языке. Представляете, уже на все основные перевели, вот начали вот на такие, на языки малых народов переводить. Скоро на чукчанский язык, наверное, переведут. А потом, знаете, можно на языки домохозяек переводить. То есть на языки социальных слоев населения можно переводить. Вот. И то есть Шрила Прабхупада, он перевыполнил, посмотрите, приказ духовного учителя. Настолько он был смиренным, что не только на английском, а на множестве языков, во множестве стран он проповедует через наше, так сказать, при нашей помощи он проповедует вот на русском и на киргизском языке, и на других языках, на разных арабских языках, где достаточно сложно распространять сознание Кришны. Итак, надо тренироваться, приходить в храм и тренироваться. Обязанность руководителей храма – помочь натренироваться, помочь действовать по приказу, научиться действовать по приказу. Вот. В отличие от прочих существ, живое существо, родившееся в теле человека, попадает под власть ведических предписаний, предназначенных для различных варн и ашрамов. Веды обязывают человека действовать в соответствии с его положением в системе варн и ашрамов, иначе ему не избежать наказания ямараджа. То есть нам с вами нужно научиться действовать в соответствии с варнами и ашрамами, иначе будем накараны. Кара на нас падет, ямараджа. У нас такая религиозная проповедь сейчас. И падет на вас кара ямараджа, если вы не научитесь действовать в соответствии с варнами и ашрамами. Как это делать, мы узнаем дальше. Тот, кто следует ведам, должен постепенно возвыситься и стать браманом. Понятно? Тот, кто следует ведам, должен постепенно возвыситься и стать браманом, наиболее разумным среди людей, а потом подняться еще выше и стать вайшнавом. Вот истинная цель человеческой жизни. То есть надо стать браманом. Понятно? Кто-то говорит, там, а у нас прарабдха карма и так далее. Нет, здесь говорится, надо стать браманом. Вот истинная цель человеческой жизни. Для того, чтобы духовно совершенствоваться, браманы, кшатри, вайши и шудры должны поклоняться Господу, поднося ему плоды своего труда. Свяя свяя кармани абхиратах сам ситхим лабхатенарах. Разделение на варны и ашрамы необходимо для того, чтобы члены общества могли жить в мире и согласии, и как следует исполнять свои обязанности, но при этом каждый должен поклоняться вездесущему Господу Яна Сарвам Эдам Татам. Джай Гур Нитай Ки Джай. Нитай Гур Хари Бхагаван Ки Джай. Итак, давайте разберем эту часть. По первой части есть вопрос? Ну, потом зададите, а то я не успею весь комментарий прочитать. Смотрите,
Разделение на варны ашрамы необходимо для того, чтобы члены общества могли жить и в мире и согласии, и как следует исполнять свои обязанности. Вот как этого достичь? Смотрите, у нас. Во-первых, Калау Шудра Самхавах. Мы все шудры в Кали-югу. Сейчас же Кали-юга. Кали-юга. Мы не можем друг без друга. Кали-юга. На дворе бушует вьюга, как поется в одной песне. И нам необходимо установить мир, по крайней мере, на территории, которая подвластна нам, то есть у себя дома, в центре ИСКОН, в Намахатах, то есть там, где мы отвоевали у Майи плацдарм вот этот, заняли эту высоту. Надо теперь в мире здесь жить. И говорится, здесь говорится, нельзя в мире жить, если на варны и ашрамы не разделиться. Ну, с ашрамами понятно, более-менее. Это несложно определиться. То есть, или ты брахмачари, или грихаска, или ванапраска, или саньяса, саньяси. Вот надо к одной из этих категорий, значит, примкнуть. И будет просто. А с варнами сложнее. Причина одна, потому что наши природы смешанные. И как быть в мире, я могу только свой опыт. То есть нужно проявить свою природу. Если я действую по природе, то будет мир. То есть каждый день нужно действовать по своей природе. А теперь давайте разберем. Один очень опытный астролог, у него есть определенная схема. Я думаю, у любого опытного астролога есть эта схема, как, при помощи которой он может высчитать природу конкретного человека, природу его тела, то есть из чего, из каких гун соткано его тело. Браманы – это гуна добродетели плюс страсть, кшатри – это гуна страсти плюс добродетель. Понимаете? То есть первичные и вторичные. Первичная страсть у кшатрия, вторичные брахманические свойства есть. Добавочная. А у брахмана наоборот. Первичные брахманические, вторичные кшатрийские. Вайшья – это первичная страсть, вторичное невежество. И шудра – это первичное невежество, вторичная страсть. Потому что шудра тоже должен действовать. Это действовать можно только в страсти. Исходя из этого, разные манеры поведения у этих живых существ. Я дойду сейчас. И смотрите, в Кали-югу что происходит. Наши природы смешаны, это означает, что у нас такая смесь бульдога с носорогом. Трудно понять свою природу нам, жителям Кали-юги. Но вот он вычислил мне, сказал, у тебя одна часть шудры, две части вайши, одна часть кшатрия. Я говорю, а браман-то хоть есть? Нет, он говорит, в теле у тебя брахманических качеств нет. Вот так вот. И я с этим согласен. Но у тебя, говорит, есть еще пятая часть, это ум. Ум брахманический у тебя. Ум брахманический, да? Вот, он вычислил также составляющие части моих детей. Старшего, я вот помню, у него в теле три брахманических части и одна кшатрийская. Вот, и ум брахманический. Поэтому он живет в ашраме. Вчера слушал его лекцию. Лекции читает, харинамы поет. И, как мне сказали, его старшие, за 5 лет он ни разу не поссорился ни с одним из жителей ашрама. Ни разу, представляете, я говорю, этого не может быть, вы что, мне врете, что ли? То есть я что, сына своего не знаю? Нет, говорят, ни разу. Честное слово, говорят, мы же браманы. Вот. И кшатрийская, то есть проявлена одна часть, то есть он очень хорошо управляет. Он на нем там в ашраме держится и кухня, и казна,
и пуджа с точки зрения менеджмента и другие какие-то вещи. То есть, вот, нашел свое место. А, ну вот, и представьте, да, ну вот у меня одна шудра, две вайши, и одна кшатри, и ум браманический. И что мне делать? Каждый день нужно действовать как шудра, как браман, как кшатри и как вайши одновременно. И если это делать, то состояние уравновешенности будет в человеке. Потому что человек страдает от того, что какая-то его природа не задействована вот, вот здесь и сейчас, ежедневно. Мы должны ежедневно умудряться это делать. Я по себе это вижу, что прет на торговлю, просто хочется торговать и торговать. Но одновременно и управлять хочется, так сказать, заботиться и повелевать одновременно, то есть заботиться, повелевая, скажем так. И одновременно хочется мастерить руками, и вы это видите прекрасно, мы вон септик сделали с приосанженной пробу. Вот, и вся отопительная система почти кроме третьего этажа, это я ее своими руками сделал. Здесь все батареи навесил, все спаял, кочегарку сделал сам. Нравится работать руками. И если я не поработаю руками каждый день, я уже чувствую себя несчастным. Если я не торгану что-нибудь каждый день, я чувствую себя несчастным, неполноценным. Если не управил кем-то, не чувствую себя счастливым полностью. И если не попроповедовал, не чувствую себя счастливым. Понимаете? Но у всех разная природа. У всех из нас разная природа. У кого-то другое сочетание. И вот эти вещи нужно в себе распознать. Для того, чтобы помочь тем, кто отвечает за общество сознания Кришны, занять нас должным образом. То есть человек должен знать себя и в то же самое время уметь действовать по приказу. То есть это означает, что независимо от того, какие природные качества у нас есть, если к нам подходят и просят нас что-то сделать здесь и сейчас, и у нас есть свободное время, а что нам отказываться? Даже если это не по нашей природе. Но это тренировка, потому что наша природа на Голоке Вриндаване, она совсем другая, она отлична от природы этого тела. Поэтому и природу нужно использовать, и при этом уметь действовать вне природы. Потому что если духовный учитель подойдет и прикажет вам, даст вам какое-то личное служение, не обязательно что-то по природе должно будет соответствовать. Но приказ нужно выполнить. Приказ нужно выполнить. Тогда мы вернемся на Голоку Вриндавана. Так действует преданный, если он по-настоящему хочет принести пользу себе и окружающим. Итак, знать свою природу, занимать свою природу для того, чтобы в балансе держать себя с этим телом вместе, с умом, с разумом внутри себя держать, точнее, себя внутри держать со своим телом, которое снаружи в балансе, плюс уметь действовать по приказу. Вот это так действует преданный. Верховный Господь пронизывает мироздание во всех направлениях, о там, про там, поэтому тот, кто, следуя ведам, по мере своих способностей поклоняется Господу, достигает высшей цели жизни. Об этом я сказал уже. Об этом уже говорилось в первой песне Шримад Бхагаватам 2.13. Атах пумхир двиджа шрешка варнашрама випхагашах сванушдхитастят кармасья самсидхир харитошанам. Поэтому лучшее из дважды рожденных, высшее совершенство, которого человек может достичь, выполняя обязанности, соответствующие его сословию укладу, это заслужить благосклонность Господа Хари. Как заслужить благосклонность? То есть мы выполняем то, что по природе нам предписано, скажем так, дано. Но заслужить благосклонность мы можем прямыми или косвенными путями. И метод варнашрамадхармы, то есть продвижение в рамках варнашрамадхармы, это косвенный путь развития. То есть ты вот всю жизнь шудрой трубил, заслужил в конце жизни благосклонность,
В чем благосклонность Господа Хари состоит по отношению к шудре? В следующей жизни он рождается вайшей. Понимаете? И так постепенно, за 4-5 жизней он достигает в системе варна-ашрама, если все хорошо отработано, состояние вайшнавского, о чем говорится, говорилось раньше. Постепенно. В обществе варна-ашрама у каждого есть все возможности достичь совершенства и получить право вернуться домой к Богу, ибо назначение каждой варны и каждого ашрама – удовлетворить Верховного Господа. Сделать это можно, следуя указаниям истинного духовного учителя. Тот, кто действует таким образом, непременно достигнет высшей цели жизни. Всевышнему поклоняются все, но только одни делают это прямо, а другие косвенно. Первые обретут освобождение очень скоро, вторые – намного позже. Итак, прямо – это те, кто предался Кришне сейчас. Косвенно – это те, кто предаются Кришне в системе варна-ашрамы. Вот в чем отличие. Почему и говорится, что когда мы присоединяемся к движению Санкиртаны, получаем посвящение от духовного учителя и должное образование, то мы очень скоро достигаем высшего совершенства за одну жизнь. В системе варна-ашрамы медленно. Поэтому Шрила Прабхупада в Конституции ИСККОН, да, она так называется у нас, вот эти 14 пунктов, пункт номер 13, по-моему, он провозглашает, что помочь каждому члену общества сознания Кришны стать брахманом, для этого дав ему дикшу, вот это вот посвящение, то есть там два раза есть, в 7-й, по-моему, текст про дикшу говорится, для развития сознания Кришны, и в 13-м тексте, и в 13 пункте также говорится про дикшу. Вот, то есть помочь стать вайшнавам и брахманам. Вот задача Международного общества сознания Кришны. Шакшатри, вайшев и шудр и так можно сыскать среди миллионов и миллиардов людей. Но брахманов не достает в нашем современном мире. Именно брахманов. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы общество сознания Кришны в первую очередь продуцировало, скажем так, брахманов. В первую очередь. И чтобы каждому участнику движения сознания Кришны дало возможность стать именно брахманом. Потому что это прямой путь за одну жизнь. То есть Шрила Прабхупада, он так и говорил, что не надо там размазывать на много жизней свой путь. Потому что неизвестно, кем мы родимся, Кали-юга, неизвестно, оставим тело, и где родимся, непонятно. Поэтому за одну жизнь вернитесь. Станьте брахманами, вайшнавами. Помогите мне распространять сознание Кришны, он так говорил. Вернитесь в конце жизни. Еще он говорил, у меня нет сомнений, что любой, кто соблюдает садхану, регулирующие принципы соблюдает, повторяет не менее 16 кругов, вернется на Голоку Вриндавана в этой жизни. Нет сомнений. Бхактисан Сарасвати говорил, нет причины, чтобы какой-либо причины, чтобы кто-то из моих учеников не вернулся на Голоку Вриндавана в этой жизни. То есть они все нацеливают именно в этой жизни вернуться. И я слышал Чайтанья Чандрачаран Прабху, я лично это слышал, он сказал, если преданный не развивает умонастроение вернуться на Голоку Вриндавану в этой жизни, то это означает, это отклонение. Он должен хотеть вернуться в этой жизни на Голоку Вриндавану. Если он не хочет, то это какое-то отклонение у него, философское нарушение. В этом стихе примечательны слова «намабхир ваачи». В обществе варнашрама люди носят разные имена – брахман, кшатри, вайша, шудра, брамачари, грехасхава, напраска и саньяси или саньяси. Для каждого варны и каждого ашрама веды дают определенные предписания – вак. Следуя этим предписаниям, люди должны выполнять возложенные на них обязанности и выражать почтение Верховной Личности Бога. Итак, если мы с вами зададимся целью здесь, достичь вот этого брахманического положения,
А даже еще лучше это стать Раджариши. Я об этом говорил в то воскресенье, позапрошлое, да, на праздновании. Что если мы зададимся целью стать мэрами, губернаторами, судьями высших судей, президентами, учеными Академии наук, философами и так далее, то есть лидерами общества, общественными деятелями. А это означает, что или же браманами в обществе, или же раджариши, потому что царь или президент или мэр, если он вайшнав, то это раджариши, потому что это огромная ответственность, и мало кто из преданных хотел бы взять на себя такие беспокойные обязанности вообще, быть царем или президентом или судьей высшего суда. Мало кто бы захотел этого. Так как это очень беспокойная деятельность, огромные неприятности, огромная опасность даже. Таких людей все время хотят убить и так далее. Вот. Но если какой-то преданный, достигший высокого уровня преданного служения, захочет стать царем или президентом, Кришна очень быстро может его сделать таким. Вот. Поэтому, если мы хотим стать вайшнавами, вернуться на Голоку Вриндавану, стать браманами, а также возглавить общество людей, которые нас окружают, то Кришна устроит это. Ему ничего это не стоит сделать. Вот. И вот это умонастроение, оно хорошо, очень, оно замечательное такое умонастроение. Потому что и для этого нужно распространять сознание Кришны. Шрила Прабхупада в одном месте пишет, что седьмая песня, вторая глава, десятый, по-моему, текст, конец комментария, он пишет: если мы просто будем распространять движение Санкиртаны, то классы браманов и кшатриев сами собой проявятся в человеческом обществе, а это значит, что люди будут по-настоящему счастливы. Поэтому надо ставить высокие цели перед собой. Не жить, знаете, так, абы как. Человек уже означает, что он ставит перед собой высокую цель в жизни. Если человек не ставит высокую цель, а чем он отличается от животного? Непонятно. Вот, поэтому ставьте высокие цели, находясь здесь, в движении Санкиртаны. Достигайте этих целей. Для этого нужна садана плюс Санкиртана каждому участнику движения сознания Кришны. И доставьте удовольствие, как здесь говорится, заслужите благосклонность Шри Хари. Харе Кришна. Какие-то есть у вас вопросы? Давайте вопросы задавайте. У нас еще время есть. Тогда у меня к вам предложение. Я буду давать вам служение сейчас, а вы будете его выполнять, будем практиковать. Итак, Акинчанарати, задавай вопрос. Пока Акинчанарати думает. Уже все сообразил? Ну, давай. Так еще. Буду приказывать, что делать. Не, ну у меня что-то вертится про духовного учителя. То есть как вот нам это практически может быть сегодня реализовать? Должны ли мы стремиться к... Что это значит духовный учитель? Приказ Дикша Гуру? Или мы должны быть где-то рядом с собой представителя Дикша Гуру? Как получить это? Как стать вот этим? Как сейчас уже сегодня вот практиковать это? Ну, я как бы в целом ответил. Надо желать быть личным слугой духовного учителя. То есть, и хотя у нас
как это у нас провозглашается, что у нас система Шикша-гуру, да, вроде бы. Но, а кто такой Дикша-гуру? Это тот из Шикша-гуру, наставляющих, который, наставление которого ближе всего вам. И вот этот Шикша-гуру становится вашим Дикша-гуру. Это не так, что вот у меня много Шикша-гуру, а мой Дикша, я не знаю, где он и чем он занимается вообще. И мне все равно там, ну дал мне посвящение, ну и хорошо. То есть это не так. Это непонятное вообще умонастроение. А оно может у кого-то присутствовать такое. Вот. То есть здесь должен быть баланс правильный. Кому мы служим? Мы служим Дикша-гуру, который лучший из всех Шикша-гуру, которые у меня есть. У меня есть много, может быть, Шикша-гуру, а лучший из них – это мой Дикша-гуру. И что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, мы стараемся выполнять наставления нашего Дикша-гуру. И если у нас появляется какой-то Шикша-гуру, то есть наставляющий, то схема выполнения его наставления следующая. Во-первых, мой Дикша-гуру должен разрешить мне получать Шикшу и называть кого-то Шикша-гуру. Должен разрешить мне. Если человек сидит такой, говорит, тут у меня, то есть, я говорю, а где твой Дикша-гуру, кто? Вот мой такой, а вот у меня еще тут Шикша-гуру, и здесь вот еще Шикша-гуру. Да это ерунда вообще. Это выдумка какая-то. Потому что настоящий Шикша-гуру – это тот, кто, вот я подхожу к своему Дикша-гуру и говорю, «Гуру Махарадж, а для этого он должен меня знать. Мой Дикша-гуру должен меня знать по моим поступкам каким-то. А не просто так, он увидит, там у него 50 тысяч учеников, он вообще никого не знает, знаете, то есть, что такое? Нет, он должен меня знать. И вот если он меня знает, и я подхожу к нему и говорю, «Гуру Махарадж, можно вот я буду слушать наставления такого-то, такого-то, то есть получать шикшу от такого-то и такого-то преданного?» И он должен знать этого преданного. И тогда он может сказать, «Нет». Нельзя. Или может сказать, да, можно. Вот, если он сказал, да, можно, вы слушаете шикшу от этого преданного. А когда вы услышали шикшу, то есть наставление, вот схема такая должна быть, по идее, да, в идеале, вы подходите к своему гуру, пересказываете ему наставление, которое вы услышали, от вашего Шикша-гуру, Дикша-гуру пересказываете, и затем слышите это наставление от вашего Дикша-гуру. И вот в этом случае это сработает наверняка. А не так, что ваш Дикша-гуру не знает даже и вас, и чем вы занимаетесь. Ну, у вас тут куча Шикша-гуру, такие, знаете, и вы ходите тут такие, весь в Шикше такой, весь облепленный Шикшей. Нет, это неправильно. В 2003 году, я помню, перед отъездом с польского тура, я пришел к своему духовному учителю и задал ему один вопрос. Ну, там было на самом деле несколько, остальные я не помню, но этот мне впечатался. Я даже прямо сейчас помню, как это было, где он сидел, где я сидел, с какой стороны окна были, двери, какая это была комната. И я его спросил, можно я буду, у меня будет Шикша-гуру Читанчандра Прабу. Тогда он не был еще Читанчандра, Чаран, он был Читанчандра просто. И он такой, так плечами пожал и говорит, а тебе что, меня мало что ли? И мне так интересно, и он такой продолжал развивать свою речь. Свою мысль дальше, что Шикша-гуру – это очень серьезное положение. Шикша-гуру нужен ученику, когда он чувствует, что наставление его духовного учителя, Дикша-гуру, ему не хватает, не достает,
То есть, что он как бы не может услышать в его лекциях, редкое общение, не может услышать в его лекциях что-то такое важное, что вот он хочет услышать. Тогда нужен шикшагуру. А если тебе меня хватает, зачем тебе шикшагуру другой? Пусть Чайтанья Чандра Прабху будет твоим наставником, советчиком. И вот такое дал мне указание конкретное. И я понял однозначно, что не нужно мне никаких шикшагуру, потому что мне хватает моего духовного учителя и его наставлений. А если чего-то мне не достает, я звоню Чайтанья Чандре Чарану Прабху и спрашиваю у него доброго совета или какого-то наставления. Если, например, я его подчиненный, да, как бы косвенно, я спрашиваю его наставления. Вот все, вся схема очень простая. Вот вообще ничего в ней сложного нет. Но ее нужно делать, эту схему. Если же ваш дикшагуру говорит, да, пусть такой человек будет твоим шикшагуру, я его хорошо знаю, он тебе поможет очень хорошо, он хороший вайшнав, слушайся его. И может ему даже сказать, заботься вот о моем ученике. Пусть он будет как сын тебе, например. Согласен, согласен, все, давай. И все, и с этого момента этот преданный может быть вашим шикшагуру, вашим наставником, советчиком, инструктором. И он может практически полностью заменить в этом отношении или дополнить вашего дикшагуру. В противном случае это предательство просто. Что вот вы не слушаете лекции вашего гуру, которого посвящение получили. Вы не знаете, где он, чем занимается, но у вас тут шикшагуру разные, и вы говорите, вот я вот этого слушаю, и этого. Это что за ерунда-то? Вот я бы так ответил на этот вопрос. Вот. Ответил я, нет? В целом, да. Еще может быть что-то? Чуть-чуть еще можно. А что тогда разница между шикшагуру и наставником? Если вы говорите, что у вас шикшагуру нет, но есть как наставник у вас. Шикшагуру – это очень высокое положение. Это человек, который может принять полную ответственность за ученика в отсутствие дикшагуру. То есть это означает, что слова такого человека нужно исполнять беспрекословно. Вот кто такой шикшагуру. То есть он не отличается ничем от дикшагуру. Его приказ нужно выполнять так же, как приказ дикшагуру. Вот, но и в данном случае я также слышал высказывание Чайтанья Чандры Чарана Прабху. Он, даже я это помещал где-то в ленте новостной в Харе Кришна Тюмень, что у нас даже нет сейчас практически мало кто может быть даже наставником. Потому что наставник это практически, вот у нас говорится там наставничество, наставничество, а реально наставник это и есть шикшагуру, вот именно вот как наставник, именно он наставляет, он говорит, должен делать вот это, вот кто такой наставник. А фактически у нас больше такие советчики или инструктора. Инструктор он не наставник, он просто корректирует. Он помогает нам, он дополняет что-то, он говорит, вот тут у тебя, вот если ты это вот подвинтишь, будет лучше. Он как инструктор. Я понял, что шикшагуру ты всегда слушаешь по указаниям. Да. А советчика ты можешь слушать, можешь не слушать. Просто он тебе дал совет, ты можешь его брать или не брать. Да, да. Получается. Да, то есть он просто совет, как он советчик, инструктор, то есть. Надо вот эти вещи разделять и правильно пользоваться. Использовать вот эту философию сознания Кришны, или задействовать лучше, слово использовать как-то оно не очень, практиковать знания, веды это знание, да, а наука это как мы практикуем это знание, это надо нам практиковать сейчас, это все. И я бы саму вот эту тему наставничества даже и не поднимал. Чайтанья Чандра Чарана Прабху, он так говорит, вот это все, вот откуда это взяли? Или как мой гуру, он также сказал, какую-то моду у нас в ИСКОН запустили, он говорит, в России у вас какая-то мода пошла новая, это 2003 год,
Говорит, какая-то мода у вас пошла. Шикша-гуру там. Что за мода, говорит. Шикша-гуру — это очень серьезно. Также и Чандра Чарампрабху говорит, наставник, как шикша-гуру, это очень серьезно. У нас больше советчики. Вот. Поэтому правильно мозги правильно поставьте, чтобы не было вот этих вот каких-то заблуждений. И тогда, может быть, у нас вот эта тема наставничества, да, она хоть правильно тогда проявится. А то были такие времена, когда прямо назначали вот так вот, давайте, вот у каждого должен быть наставник. Вот у тебя кто? Вот, а вот он, там. Причем в одной ятре должны быть наставники друг у друга. Да, до какой-то степени, но больше как советчики. Но не шикша-гуру. Это очень серьезно. Вот. Ладно, давайте закончим. Гранта Радши Мадбхагаватам Киджай. Шубрубада Киджай. Гаур Прямананда.